Как выйти из тревоги? Мое состояние зависит от внешних обстоятельств. Но это полная ложь, потому что чувствительность людей сейчас очень низкая. Как в таком случае помочь себе? Смотри, о, это именно то. Дальше мозг все сделает сам. Все проблемы у нас из-за того, что мы не можем договориться. Да. Задача такая. До 12 дня почувствовать удовлетворение. Это звучит достаточно просто. Мастерство жизни – это как раз чувствовать мельчайшее дуновение ветерка внутри своего состояния. И поэтому важно лечь спать с мыслями, а что классного я сделал.